официальных комментариев воздержались. Отсутствие информации в результате породило слухи. Весь день поступали противоречивые сведения о сроках и объекте возгорания. При нашем появлении у проходной завода охрана стала проявлять понятное беспокойство. Факт пожара напрямую не отрицали, но наше присутствие их явно не устраивало. Скажите, пожалуйста, а вы что-нибудь знаете о сегодняшнем пожаре? Ничего не знаю. Чего не знаете? А не приезжал... Ну, я афиширую, это ничего пока. А не приезжало начальство никакое, тут вот, командующий Северного флота? Приезжали. Здесь 50 метров режимная зона. Это где она заканчивается? Скажите, пожалуйста. А? Где она заканчивается? Скажите, чтобы мы могли отъехать, там снимать только. Вот, пожалуйста, со синими жигулями. Вот оттуда. За зелеными жигулями? Да, за синими. Территорию акватории снимать нельзя. Для этого должна быть лицензия у вас и разрешение на право съемки. А у кого? Должен быть план-сценарий. Все наши попытки что-либо узнать от работников, выходящих с территории СРЗ, ничего не дали. Люди вели себя, как истинные представители оборонного предприятия. Нет, не расскажешь. Нет. А был вообще? Нет, там не было ничего. Все это у тебя не умничка говорится. Все это учение. И лишь позже пресс-служба Северного флота сообщила нам подробности случившегося. Горели действительно леса. Кроме участка резинового покрытия и сети технологических лесов, ничто не пострадало. Жертв нет, виновные устанавливаются флотской комиссией во главе с командующим флотом адмиралом Сучковым. Сегодня областная дума вновь рассматривала проект нормативно-правовыми актами, которые не отменены, законно и действуют. Это позволит в дальнейшем избежать вот таких вот неприятных ситуаций. На территории области сейчас действуют временные правила, регламентирующие содержание собак и кошек. В документе говорится, что собаки должны выгуливаться только в наморднике и на поводке. Согласно решению суда от 15 октября прошлого года, суд удовлетворил иск потерпевшей, но постановление в силу не вступило. Ответчик подал кассационную жалобу. Сегодня областной суд ее отклонил. Теперь ответчик должен будет выплатить потерпевшей около 11 тысяч рублей. Но это единичный случай. В большинстве своем люди в суде правду не ищут. Причина – отсутствие единого областного закона о содержании домашних животных. Обязательно должен быть такой закон введен, ну, потому что трагедий может быть очень много. Но областного закона нет, и правила 7-летней давности до сих пор остаются временными. Тем самым растет число инцидентов, в которых жертвами становятся не только животные, но и люди. Меж тем, принятие областного закона о содержании домашних животных откладывается. На сегодняшнем заседании областной думы решено вернуть его в первое чтение. Внесено такое количество поправок и дополнений, что рассматривать закон в третьем чтении, как поначалу и планировалось, совершенно бессмысленно. Теперь в лучшем случае закон будет принят в конце марта. Сегодня, как вы их назвали, и собачники, и сами собаки, они ведь сегодня бесчинствуют. И бесчинствуют только по одной причине, что нет никакого закона. Если есть сегодня животное, а этим животным управляют неправильно, не в интересах тех, кто живет рядом, не в интересах тех, кто вот ходит по одному и тому же тротуару, ходит в те же самые, скажем, скверы и так далее, да, то в конечном итоге нет даже средств для того, чтобы, я имею в виду правовых средств, для того, чтобы остановить все это. Вот мы хотим как раз, чтобы все были довольны. И животные, и владельцы собак, и те, которые не являются владельцами. Юбилей. 65 лет со дня своего рождения отмечает сегодня Мурманский роддом номер 2. Около 150 тысяч юных северян...